беспроводной и водонепроницаемый триммер с двухсторонним лезвием и двумя насадками. Сегодня в видео рассмотрим триммер голландского бренда Philips, модель OneBlade QP251011. В фирменной коробке лежат триммер, два сменных гребня, защитный колпачок, зарядное устройство, а также инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. Устройство небольшое, в руке лежит удобно. Корпус сделан из текстурированного пластика, благодаря чему триммер не будет скользить в мокрой ладони. Снизу расположен кольцевой переключатель для включения и выключения устройства. Сверху находится фиксирующий механизм для лезвия. Триммер беспроводной и работает от аккумулятора. Для полной зарядки этой модели потребуется около 8 часов. Время автономной работы достигает 30 минут. Рассмотрим подробнее устройство бреющей головки. Лезвия сменные, на них есть специальный зеленый индикатор, который появляется по мере частоты использования бритвы. Когда полоска станет зеленой, лезвие нужно заменить. В среднем лезвие служит около 4 месяцев. Технология OneBlade обеспечивает высокую скорость движения лезвий и позволяет сбривать щетину любой длины за минимальное количество движений. Поэтому процедура бритья проходит быстро. В комплекте с устройством идут две насадки для длины от 1 до 3 мм. Обратите внимание, что данный триммер можно использовать не только для бритья, но и для подравнивания височной зоны, а также создания четких контуров бороды. У триммера предусмотрена двойная защита кожи от порезов во время бритья, а полимерное покрытие лезвий и закругленные кончики исключают раздражение даже чувствительной зоны. OneBlade подходит для сухого и влажного бритья, так что его можно использовать с пеной для бритья или брать с собой в душ. Достаточная автономность. Две насадки для разной длины волос, сменные лезвия и защитный колпачок для хранения и перевозки устройства. Этот триммер Philips поможет поддержать опрятный вид бороды, усов и бакенбард в любое время и в любом месте.